Express привезли вот такие. Такие, не знаю, что это. Привезли вот такие тетради на кольцах со съемным блоком. 99 рублей. Вот такие внутри там. Конструктор, летающая модель. Аэроплан. Сборная модель самолета на резиновой катапульте. Собери сам. 55 рублей. Набор снеговика появился еще. Вот такой. Шапочка, бабочка, нос, морковка, три пуговицы, глаза, щеки и рот. Резиночки для волос. С такими милыми сердечками. Очень хорошо тянутся. Очень хорошо. Хорошие. Массажные расчески с зеркальцем. Вот такие симпатичные. Спонж для умывания. Такой большой, огромный. Мягкое очищение и деликатный уход. Еще один спонж. Спонж. Вот такой двойной. Тоже большой. Новинка. Чехол для гладильной доски. Так, размер 137 на 48, подходит гладильной доске 120 на 38. 99 рублей с термостойким покрытием. Смотрите, какой блестящий, красивый. Коробка, тоже новинка, коробка для хранения с разделителем 30 на 30 и на 10 сантиметров. Вот таким образом складывается. 99 рублей. Контейнер карманный. 17 рублей стоит. Для мелочей. Ну, здесь нарисованы крючки, таблетки. Вот с таким разделителем. Салфетка автомобильная в тубе. Можно на подарок. Пакет для хранения автомобильных шин. Это, я так понимаю, когда межсезонье переобуваются. Так, размер 100 на 94. 4 пакета. Прекрасные щетки со скребком. 99 рублей. Такая ручка, приятно держать. Такая щетка. Туалетная бумага, 12 рулонов, 99 рублей, 2 слоя, экономичный выбор. Детские носочки, здесь антискользящие, махровые носки, смотрите, какие симпатичные, розовые всякие разные, бежевые, в общем, и для мальчиков, и для девочек, эти уже теплые. Вот какие красивые. И темненькие тоже. Варежки 99 рублей. С веревочкой вокруг шеи. Чтобы варежки не падали. Это в детстве мы в такими ходили. Еще вот такой интересной расцветки. С оленями. 99 рублей. Различные разделочные доски. Вот это вот. Такая гибкая, легкая, тонкая. 27 на 37 сантиметров. Такая довольно-таки большая. 55 рублей. Она двухсторонняя. Не впитывает запахи. Затем деревянные доски. Вот такие. 55 рублей.
Вот такие. Кругленькие. 55 рублей. Такая тройная. Такой тройной набор. Для хлеба, для рыбы и для всего остального. Вот такая довольно-таки большая, 250 на 300, 15 миллиметров, деревянная. Виктория. Такая толстая, массивная, тяжелая. В таких емкостях очень удобно делать бульон. Порционно. Праздничные знаменитые огурчики очень вкусные. Изделия хлебобулочные, сдобные мяфли. Такие вот мяфли. 55 рублей они стоят. Затем ломтишка десерт. 8 штук. 55 рублей тоже стоят. Салфетки декоративные. Такие двухсторонние. Вернее, на подкладе. Такая симпатичная салфеточка. С вышивкой. 40 на 30 сантиметров. Смотрите, какие красивые. С такой каймой. Кухонное полотенце, роза называется, 77 рублей, тоже как подарок. Можно в коробочке в такой, симпатичный. Много различных скатертей или скатерти, разных расцветок. Пожалуйста, к Новому году, к празднику. Все, кому надо светлые, кому темные, кому цветочек, кому нет. Ну, в общем, всякие разные. Ароматизатор для дома. Новогодняя сказка. Такая штучка. Вот такой вот. Так, это что у нас? Это, видимо, корица. Это не знаю, что. Вот такая вот штучка. Клубника. Все, наверное, 25-50. Салфетки бумажные, сервировочные. 55 рублей, 33 на 33, 150 штук. Довольно-таки большой такой пакетик. 55 рублей стоит. Смотрите, какой душ-коктейль. Беллини. Гранатовый беллини. Появились вот такие коробочки для подарочков небольшие, я думаю, уже к Дню Святого Валентина. И вот такие еще. Затем вот такой цветочек. Полотенце, подарочный цветок. Очень красивый. Посмотрим, какие там еще есть. Гвоздички, конечно, революция вперед. А, кстати, год заканчивается. Это был год революции 100 лет назад. Ну, и вот такое еще. Вау, смотрите, какая кружка. Набор подарочный. Кружка, подставка. Кружка и подставка под кружку. 99 рублей. Посмотрите, какая красивая. Ой-ой-ой. Тяжелая такая. Настенный панно. Вечный календарь. Вот. Вот здесь двигаются циферки. Здесь месяц, здесь, видимо, год. Ну, смотрите, какая Пизанская башня. Ну, сейчас еще посмотрим, что есть.
интерьерная табличка, 99 рублей. Вот она, веревочки вешаются, она деревянная. Разные. На этом все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. И не забывайте жать на колокольчик. Вот.